Що ж, друзі, як і обіцяли, про те, як продуктивніше вивчати англійську мову, поговоримо з ранковим гостем. До студії «Нового дня» завітав директор з маркетингу та технологій Всеукраїнської освітньої компанії «Адріан» Женя Погоріла. Вітаємо вас! Добрий день! Итак, как же продуктивно изучать английский язык? Потому что я знаю, что у вас есть куча методик, интересные какие-то инновации. Хотелось бы о них узнать хотя бы о малой доле, о малой части сегодня подробнее. Окей, давайте пока мы будем рассказывать, скажем о том, что мы хотим порадовать сегодня зрителей. Действительно, вот. Будем радовать сегодня телезрителей тем, что у нашего гостя есть для телезрителей подарочки. Вы можете набирать телефоны, которые видите сейчас на своих телеэкранах. Что же будем дарить? Мы подарим один месяц обучения в нашей школе. Это, без сомнения, лучшая школа города по изучению английского. Я думаю, что это более чем хороший подарок для каждого, кто позвонит первым и просто скажет, зачем ему английский в этой жизни. Я думаю, что те, кто будет звонить, точно знаю, для чего им нужен английский. Я тоже так надеюсь. Итак, какие же инновации? Я знаю, что действительно вы удивляете не только николаевцев, но и всю Украину. Да, действительно, у нас филиалы в разных городах Украины, хотя это тот самый пример компании, когда главный офис находится в Николаеве, когда компания зародилась именно в Николаеве и дальше продолжает свою экспансию уже на всю территорию. Но тем не менее, что касается методик. На самом деле сейчас самая популярная – это коммуникативная методика, которая позволяет преодолеть языковой барьер и проще общаться. То есть немножко меньше акцентов на грамматику, немножко меньше акцентов на какие-то пережитки языка, а больше на общение. Вот для этого, как уже было в сюжете сказано, да, мы действительно используем носители языка, которые приходят к нам в гости, которые общаются с нашими студентами. Это все происходит в формате клуба некого. И за счет этого им проще погружаться в среду, им проще изучать английский, и меньше шансов, что они что-то забудут. То есть он остается надежней и надольше. Вот. Что же касается более тонкой методики, то у нас одна из многих школ, наверное, у которых есть собственные методисты. То есть у нас классические учебники мировые, с мировым именем, они адаптируются под не просто каждый город, они под каждую группу адаптируются. Групп очень много, группы все разного возраста. У нас английский учат детки от 3 лет. То есть такого маленького возраста уже можно приводить ребенка, и он получит азы английского языка. Да, более того, рекомендуем приводить с этого возраста, потому что вот с 3 до 6 лет это считается возраст, когда ребенок поглощает информацию с сумасшедшей скоростью, гораздо выше, чем взрослый. И это вообще эффективный возраст для изучения чего-либо, ну, в том числе и английского языка. А максимальный возраст какой? С какого возраста люди еще могут к вам приходить? В херсонском филиале у нас есть студент, по-моему, 76 лет. Вот, это, ну, не частый случай, но и не единичный. И, соответственно, все, что до и после даже, я уверен, что нужно и важно учить английский, потому что, любая интеллектуальная нагрузка, она позволяет мозгу не стареть. И чем бы ты ни занимался, учил формулы, стишки или английский язык, который еще и полезный, это плюс к здоровью. Вот, без сомнения, наверное. И вообще признак изучения английского языка – это признак человека развитого, открытого к каким-то коммуникациям, открытого к познанию контента, в принципе, других стран, культур, обычаев. Это очень здорово. Когда знаешь язык, все намного проще, ты свободнее. Вот, поэтому... Ваши студенты к вам приходят уже с определенной целью, они знают, что им нужен английский язык, но это взрослые люди. А вот дети, некоторые не понимают, для чего им нужен английский язык. Может ли ребенок, который не хочет изучать, заинтересоваться и действительно полюбить иностранный язык? Да, с детьми все сложнее. Во-первых, за них принимают решения родители, и тут важно родителю понимать, что ребенку нужен английский, либо пригодится в будущем, и проще всего сейчас начать его учить. Вот. Во-вторых, с детьми сложнее почему? Потому как мы не просто учим детей английскому, мы прививаем любовь к языку. Потому что то, что, откровенно говоря, делают в школах, это вызывает ненависть. Вот. И нам хочется, ну, не повторять этих ошибок, да? И мы изначально прививаем любовь. То есть занятие происходит в игровой форме, в зависимости от возраста ребенка. Чем старше, тем меньше играбельности, больше языка. Чем младше, тем наоборот, больше игры, меньше языка. Но это, на наш взгляд, по нашему опыту, самый эффективный шаг для того, чтобы сначала привить вот любовь к языку, любовь к желанию его изучать и вообще кайф от того, что ты знаешь английский язык, и только потом уже знания давать. Я знаю, что вы даже через вкусности пробираетесь путь к английскому. Да, есть такое. У нас есть проект такой особенный. Кто-то говорит сумасшедший, кто-то говорит просто вкусный. Мы запустили образовательное питание. То есть что это такое? Мы отталкивались от методики. Если есть чай для похудения, почему не может быть еды для поумнения? Вот. Мы задумались о разработке такой еды. В прошлом году мы запустили пилотный проект в Николаеве. Это был смарт-бургер «Адриан».
Бургер, в котором ингредиенты, способствующие для интеллектуальной активности, то есть для эффективной работы мозга. У нас даже есть фото этого бургера, я надеюсь, сейчас нам их выведут на экран, для того, чтобы мы могли показать телезрителям, в чем заключается ценность смарт-бургера. Ну, во-первых, он полезен, безумно полезен. Что у него входит? Мы разрабатывали методику. Это и руккола, это ореховая паста. Ну, орех, он стимулирует работу мозга. Это всякие зеленые салаты. То есть у нас несколько, линейка из, ну, широкое достаточно питание образовательное. И там в каждом блюде, да, свои ингредиенты, которые полезны. То есть это могут быть и фруктовые ингредиенты. Это может быть там рыба, например. У нас есть образовательные роллы. Вот. То там есть на много любой вкус. Жирных аминокислот, конечно, да. И, но это еще не все. То есть, кроме того, что человек может вкусно поесть. Сейчас и полезно, мы видим его фотографии. Да. Действительно выглядит очень вкусно. Это наш пилотный проект. То есть сейчас мы запустили второй сезон. У нас широкая линейка. Это три города Украины, в которых у нас есть образовательный кофе, который поднимает настроение. У нас есть бургеры и сэндвичи, у нас есть салаты. То есть, ну, на самом деле можно почитать подробнее, но мне бы хотелось, чтобы это стало неким трендом. То есть питайся не просто, чтобы набить желудок, питайся так, чтобы насытить мозг. Вот, это ну, наша разработка, и мы очень гордимся. Кроме того, мы ее поддерживаем немножко. Это мы придумали некий интерактив, да, то есть человек приходит, идея какая, и ему говорят, попробуйте умный бургер. Он такой, вау, что за умный бургер? И мы объясняли, что он очень полезный для работы мозга, и вдобавок мы разработали вот такие вот купончики. Угу. Вот, на этих купончиках человек может их заполнить, получить некий подарок от нашей школы, да, это два урока английского языка, вот, там, тестирование пройти бесплатно, и там еще неплохая скидка на обучение. Кроме того, он участвует в розыгрыше обучения от нашей школы, и это все создает, ну, некую такую атмосферу, что вау, здорово, я съел полезный бургер, я побывал в хорошем заведении, потому что заведение-партнеры мы отбираем, ну, и получил возможность достойно. Получить английский получил язык. Получил возможность получить, и мы даже некий интерактив ввели, то есть там есть вопрос, например, три формы глагола «пить». А две формы мы написали, а третью оставили. Как звучит третья форма дееслова «пыта»? Действительно, вопрос есть. Мозг да. заставляет работать. Вот, мы заставляем, ну, предлагаем человеку, да, ответить на этот вопрос, вспомнить какие-то свои знания. Мы обязательно перезвоним ему и скажем, прав он, не прав он. Пригласим, ну, более подробно познакомиться с методиками изучения английского. К сожалению, многим людям до сих пор приходится объяснять, зачем в жизни английский язык. Вот, но тем не менее, то есть мы делаем какие-то такие шаги навстречу, чтобы встретить человека и сказать ему, друг, ну, ты, может быть, еще не задумывался, но ты сталкиваешься с ежедневной проблемой, ты не потребляешь контент в интернете, потому что он на английском языке, ты пропустил фразу в любимом фильме или сериале, потому что она на английском языке, а переводчики, к сожалению, ее не перевели, ну, и так далее, то есть ты, в конце концов, не можешь общаться с людьми, которые тебе интересны, сейчас возможности коммуникации очень широкие, но... есть некий голосовой барьер. И мы говорим, мы для тебя даем такую возможность. Просто приди и получи. Мы сейчас запускаем социальную программу для студентов, для начала. Вот. Для нас это, ну, некий шаг сделать английский ближе. То есть многие сталкиваются с тем, что сейчас, в принципе, цены все выросли, да, а цены на обучение и тем того более... выше. А студенты особая категория людей, то есть им действительно сложно бывает в многом. Мы долго шли к этому, и сейчас нарастили такую возможность в школе, что можем дать возможность там, какому-то количеству студентов учиться по так называемой социальной программе. Вот. А мы добились стоимость обучения, там, свели до 250 гривен. Это по меркам Николаева, я уже молчу о других городах, это просто очень доступно. Мы делаем все для того, чтобы приходи и учись. Потому что такой ценник в хорошей школе, в большой сетевой школе, у нас только в Николаеве учатся около 500 студентов. Да, ну, в принципе, да, то есть это очень много. У нас много классов, два филиала, и все они забиты. Это огромно, это действительно массовая школа. И, ну, только такого масштаба компании они могут позволить какие-то, ну, вот социальные шаги делать, потому что всем остальным очень сложно. Растет себестоимость, издержки на каждого студента. Вот, мы делаем этот шаг, просто приходи учи, мы добавили, ну, некую увеселительную часть к этим условиям, да, мы предлагаем ребятам сделать селфи и разместить это просто с хэштегом для того, чтобы страна видела героя в лицо.
лицо и сказал, что «О, вот этот парень молодец, он хочет учить английский, и он выбрал там хорошую школу, он не просто так». То есть как-то так. Мы со своей стороны, как мне кажется, делаем больше, чем просто учим. Как я иногда шучу, когда рассказываю о наших маркетинговых активностях, что мы делаем, и говорю, а вообще мы еще и учим английскому. То есть как-то так. И хочется, чтобы эти старания, они как-то ценили. Сейчас уже общество подозрели стало, слава богу. Вот, ну хочется, чтобы это с каждым днем все росло. Вы действительно занимаете досуг как взрослых, так и детей. Для студентов даете возможность изучать. Но вот я еще у нас вижу, есть книжечки на английском языке. Я так понимаю, это тоже для деток. Да, книжечка на самом деле в формате билингва. Это популярный тренд сейчас. Здесь два языка. Русский — это язык оригинала этой сказки, и английский. Преподаватели нашей школы перевели эту сказку. Мы ее выпустили в таком карманном варианте. И, как нам кажется, лексика, которую мы подбирали, она адаптирована для детей. Она где-то будет им понятна, а где-то будет непонятна и заставит их полезть в словарик и найти это слово. Где-то заставит их спросить у родителей или у своего преподавателя, да, в классе, и сказать, что это за слово. Я пыталась прочесть сказку и вот столкнулась с этим. Нам кажется, что все такие мелочи, они способствуют изучению английского. Не только носитель языка, не только попадание в среду, да, языковую. Мы для детей еще делаем детский лагерь. Но вот такие мелочи, они дополняют все наши старания и делают более эффективным изучение. Ребята, у вас столько идей, столько действительно инноваций. Откуда берете идеи, откуда вдохновение? Столько всего, столько эмоций. Вот меня заинтересовали, я поняла, что я тоже уже хочу изучать английский заново, потому что действительно с вами интересно. Да, мы очень стараемся. Но я думаю, что когда ты хочешь сделать мир лучше, то нет проблемы в нехватке идей, в нехватке времени. Ты не замечаешь, как ты чуть-чуть не досыпаешь или там чуть-чуть перерабатываешь. То есть это все-таки незначительные мелочи, когда на выходе ты видишь результат, когда ты видишь людей, которые идут по коридору, улыбаются, которые говорят на английском языке. Ты понимаешь, что все эти старания, или просто приходят в твою школу с улицы, ты понимаешь, что все эти что это результат всех твоих стараний. Тогда ты делаешь вдох поглубже и идешь придумывать что-нибудь новое и создавать какой-то новый продукт. Хотелось бы теперь от вас обратиться к нашим телезрителям, почему стоит изучать английский язык, потому что действительно год английского языка уже подходит к концу, но я думаю, что ваше дело докажет, что английский язык — это не прошлое и не важно. А у нас есть звоночек, витаем вас. Алло, алло, витаем вас, вы в эфире. Доброе утро. Доброго ранку вам. Як я розумію, ви зателефонували для того, щоб отримати подарунковий сертифікат. І не тільки. Ви знаєте, ви мені так нравитесь, Іночка. Я вас кожне утро наблюдати просто. І от самі кожне утро прям просипаюсь. Дякую вам велике. Нам також приємно. У нас, кстати, большая компания. Ми зараз їдемо в машині і смотрим трансляцію онлайн. І ось сидим на вас любуюся прямо. Дякую вам велике. Спасибо. Да, ви така взагалі. Ну, спасибо вам большое за це утро. Просто замечательно. Мы вам желаем хорошего утра. Ну, естественно, мы выиграть сертификат. Да, вы решили выиграть сертификат тоже. Мы там смотрели про бургеры. Очень интересная такая система. Тоді у нас питання від нашого гостя. Чому ви вирішили вивчати англійську мову? Ну, чим більше язиков вивчаєш, тим більше ти чоловік. Принимаємо таку відповідь. А вдруг нас в Голлівуд пригласят, знаєте, життя така. Один день в Миколаєві, а завтра ти вже в Голлівуді. Поэтому надо изучать язык обязательно. По-моєму, более чем достойно. Спасибо огромное за участие, спасибо за теплые слова в адрес Инны и в адрес самой студии, действительно очень приятно. Ну что ж, этот сертификат уже отправляется к нашей телезрительнице, очень приятной телезрительнице, а вам все-таки предоставляю слово, почему стоит изучать английский язык. Одну из причин сказала только что наша телезрительница, теперь от вас, как от профессионала. Только хотела воспользоваться этим. Но на самом деле много уже было сказано, и как я уже говорил, что все уже созрели к тому, что надо. Да, это и потребление контента. Для деток это даже мультфильмы. На английском языке очень многие не переведены, и очень хочется понять суть создателя, потому что вот как мы говорим уже о сказках, да, там, например,
некая мысль доносится словами автора. И очень важно, чтобы она переходила из языка в язык словами автора, чтобы ребенок понял, что ему хотят сказать. То же самое во всем остальном. Мы смотрим фильмы в оригинале, нам нужен английский язык. Мы читаем книжки, будь то профессиональные, да, какой-то профессиональной тематики, будь то публицистика, нам важно понимать, что хотел сказать автор. Нам важно понять суть. Где-то без это... какой-то третьей стороны. Конечно, переводчика. Где-то эта точность вообще важна, да, если мы читаем там, ну не знаю, литературу по медицине, да, изучаем это направление. Нам важно понимать результаты этих исследований. Вот. А нам важно учиться на английском языке. Очень, сейчас очень широки возможности образования за границей, и образование ведется на английском языке. А возможности коммуникации. Масса интересных людей по всему миру. Нельзя ограничиваться одним городом, одной страной или там двумя-тремя странами. Надо развиваться. Сейчас возможности огромные, и первый шаг для развития, как мы всегда говорим, что будущее начинается с английского. Ну, английский — это уже отряд. А у нас есть еще один звоночек. Витаем у вас! Алла Ивановна. Добрый день, Алла Ивановна. С какой целью звоните в наш эфир? Чтобы записаться на ваши курсы. Чтобы лучше помогать внуку в изучении английского языка. Вот так. Бабушка занимается обучением внука. Это очень, очень здорово. К сожалению, мы прямо в студии не можем записать вас на курсы. Но если вы придете к нам, то мы с удовольствием с вами пообщаемся и подскажем, как это проще сделать. Как вам прийти? Мы находимся на Никольской, 25, это бизнес-центр Александровский. Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире. Вот, поэтому обязательно приходите, можете сказать, что вы увидели нас вот в эфире этой студии, и мы с радостью вас ждем. Никольская, 25, да? Да. Это где примерно? Это Никольская и Наваринская. Никольская, Наваринская. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. От нас будет подарок вам за то, что вы позвонили. Обязательно. Вот так, я вижу, что николаевцы уже заинтересованы в изучении английского языка, и я думаю, что ваше дело действительно будет продвигаться. Думаю, не последняя встреча в нашем эфире, очень много есть еще о чем рассказать, о вашей школе действительно интересно. Спасибо вам большое!